Чувашия, 2016 год объявлен годом человека труда. В рамках этого события в художественном музее открылась выставка с символичным названием «Песнь труду». В экспозиции представлена живопись, графика и скульптура чувашских и российских художников. Подробнее в нашем репортаже. Без труда нельзя представить себе ни одной сферы деятельности человека. Без него не растет дерево, не строится дом, не воспитывается ребенок, не ловится и рыба из пруда. Потому и главный герой всех произведений выставки – это человек труда, мир, в котором он живет и который создает своими руками. На нашей выставке представлены более 150 произведений из фондов ЧГХМ. Это произведения живописи, скульптуры, графические листы. В экспозиции представлены произведения, созданные в период с 30-х годов прошлого века и до наших дней. Несколько картин выставляется впервые. Определяющая черта многих портретных произведений – это внимание к духовной стороне жизни, осознание ценности человека. Стержневым, цементирующим явлением для всех родов деятельности является труд. А труд, он проявляется везде. И в воспитании детей, и в формировании человека – нового поколения, и в созидании, и в строительстве, и в полете в космос. Везде в основе лежит труд. Скульптурные работы обращают внимание зрителей на образ человека, задействованного в тяжелом труде. Кроме того, на выставке представлены изящные портреты школьниц и спортсменок. А чувашский скульптор Владислав Зотиков в своем творчестве запечатлел труд матери, которая держит колыбель с младенцем. Леончик Мария, Игорь Зверев, Республика.